И так вот получилась такая лампа. Управляется она с пульта, ее подсветка регулируется кнопками на пульте. Соответственно, каждая кнопка отвечает за свой цвет, а также есть линия кнопок, которая делит функции между собой. Ну вот, включим, например. Также я предусмотрел функцию такую, как подача воздуха в колбу с водой для большего эффекта. Здесь есть вот такой регулятор. Он регулирует мощность двигателя компрессора. Компрессор стоит аквариумный, обычный, на 5 вольт. Вот можно минимально его выставить, так чтобы он пускал небольшое количество воздуха, и максимальное. В конце колбы на вершине есть небольшое отверстие для выхода воздуха, потому что если бы его не было, пробку, которая сверху, вырвала бы. Итак, из чего состоит данная ночная лампа? Значит, с главного блока, с блока разводки электричества. Сюда подается от обычного пауэрбанка 5 вольт. И далее через небольшую платку мы разводим этих 5 вольт на подсветку RGB. И нам еще нужен такой уровень. То есть нам нужен еще 2,5 вольта для переключения инфракрасным датчиком цвета на лампе. Компрессор работает от 5 вольт. Поэтому, в принципе, все удобно по электричеству. Колба изготовлена из акриловой трубы. Сверху пробка из алюминия. Колба фиксируется в блоке за счет о-ринга. Резиновое колечко очень хорошо держится, центруется. В принципе, предотвращает всякие удары, берет на себя вибрации. Если вдруг ребенок опрокинет или ударит по колбе. Ну вот так. По-моему, круто получилось. Что вы скажете? Скажите в комментариях, пожалуйста. Всем спасибо. Хорошего вечера.